Такое количество сумок в Гудвилле я еще не видела. Это вот коучинг, ее оценили в 60. И сегодня будет пол цены. Сейчас я вам покажу. Так что она будет стоить полцены сегодня. Вот еще коучинг, похоже, что это, не знаю, или старая, или не настоящая. Вот такая сумка Nine West. Они ее оценили в 17. Это Dooney & Bourke, вот это вот будет стоить 10. Если бы я знала, что здесь столько сумок, я... у меня кончилось место на телефоне. Вот Dickie & Vice City. Это они оценили в 17. Какая-то сумка 25. Вот еще типа какая-то коуч. Здесь очень много не настоящих сумок. Сумка не настоящая. Еще Dooney & Bourke. Это 40 стоит. В общем, я тут ничего не вижу. Единственное, что я увидела, вот это вот Brighton. Но здесь у нее дно сильно поцарапана. Тут еще какие-то. А, вот, кстати, сумка от этого Tommy Hilfiger. Вот так она выглядит. Они ее оценили 35. В общем, сегодня полцены, как я уже это сказала. Я понятия не имела, что у них такое тут происходит. Hi. Do you get like courses like this every Saturday, like when you have 50% sale? Yes. You do? Because I've never seen it in any other Goodwills. Yes. Okay. Thank you. Oh wow. Now, what they're thinking right now is that... The Betsy Johnson. Они ее оценили в 25, плюс 50% off. Ну, конечно, я думаю, все хорошее уже ушло. Вот такие нет скол. Мне вот это вот нравится. Коуч. Я думаю, куда я буду носить. Они ее оценили, видите, в 60. Значит, она будет стоить 30. Цена не маленькая. Ma'am, I would like this one. Okay. Это бакс. This one? Mm-hmm. Так что мне сейчас дали, на кулек положила мою сумку, и мне дали вот такую капи. Что я с этим пойду на кассу и скажу, что
будет стоить 7. Это у нас был магазин, он ушел из бизнеса. Да, Wonder. Он ушел из бизнеса. Здесь очень много подделок. Очень много. Здесь вот реализовалка.